10 июля 2017 года у нас здесь на пермакультурном огороде. Мы показываем, как мы обустроили теплые грядки овсинского разума. Здесь у нас растут томаты. В частности, это томат эфемер. Место у нас находится недалеко от аэропорта Тивот. Такие томаты растут на теплых грядках. Мы используем только мульчирование, никакой обработки нет, никакими химическими средствами, ни семена, ни самые растения. Вот здесь этот ряд, это томат князь буржуа. Здесь томат ляна. Здесь искорка. Ну и тут черри. Только цветут пока. Здесь перец черный конь. Сладкий. Он растет вместе с чабрецом чабер. Здесь перец люблянский, благий. Это перец Мерседес. Здесь фенхель зефир. Доспел к употреблению. Сельдерей, лук, салат зеленый, салат эндивий кучерявый. Свекла, огурцы, кабачок боцман. Вот, ну здесь этот ряд, где я иду, это как раз органический канал. Вот через каждые 90 сантиметров органические каналы. Ну и сделан полив капельный. Вот огурцы. Здесь цукини. Желтые и зеленые. В этом ряду еще мелисса. В теплице идет подготовка рассады. Топинамбур. Конуфер. Мята. Базилик лимонный. Также лук и рукола. Летом рукола у нас вроде бы так ничего. Вот такая рукола.